Надо спросить, потому что на Эвероне останавливается. В 7 утра сейчас ходит этот самый. Помнишь, он этот пан? В 7 утра оттуда выходил. Барон. А-а-а. И ты с Эверона, он останавливается на Эвероне. Ты сел и поехал туда. Не, было очень здорово. Ну, знаем Эверон. Эверон там же пристань-то есть. Да. Чё там мы? За 45 евро закажете себе карту вот такой платный, а тут по 7 евро, а там по 35 евро человека. Я езжу. На катере, да? Ну да, с ветерком промчимся. А зачем? Ничего не надо. У нас все есть. Так, смотрите. Кроме моих денег. О! Смотрите. Проверим. Дальше. Давайте проверим. А у меня есть, они не доставайте, у меня фотографии. А, да, ну-ка посмотри. И забыл, что сюда. Эверон же 5-го у нас. А дальняя. Лежу за тобой.
Видали, какой мосток? Как работает эта штука? Ну, отлично. Нормально? Она же тоже заряжается, да? Ну да. Заняты. А он тут, видишь, как все расписано. Тут все по минутам. Шипенько балуешь. И ходят их проверяют. Добавок. Да. О. Доверительная беседа. Хорошо. Да? Камушки хрустят. Это камни, да? Ну да. Сейчас они услышат и скажут, что такое камни какие-то. Ну да. Афонские. Даже в этой жарко. Угу. Да. Идем, идем. Подождите, камеру перезаряжали. Что ты волнуешься? Что ты тут? Твоим волнением что-то изменишь так же. Ну да. Ничего. Только себе навредишь. Старший брат заменял батарейку. Младшему брату. Младшему брату. А, большой брат, большой брат. Не старший, большой брат. Не решили, что ты большой брат. Пойдет? Пойдет. Кардан валы, там немножко это, обороты сбавьте. Почули родную эту. О, розовенький. Попьем водички. Вода. Вода есть. А потом мохнатые яйца, как называется? Киви. Киви. О, это вот как пицца взял, да? Семечки сладкие? Ну, все одиночки. Хотите, пожалуйста? Ну, заводи. Шикарно. Шикарно. Я там сделаю, там.
Это он говорит или ему говорит? Он, Паша, студент. А я вас так, знаете? Я так его знаю. Не может. Ну, я так скажу, что... Я тебе скажу про себя. Давай. Если безвыходная ситуация... В доме появилась... В доме я появился в общем. До этого все... Очень долго было. А мои детские времена, ну, попали просто родители, все оттуда брали. Ну, у нас такие умолили, думаю, святая вода. Ну, просто святая вода. Есть святая вода, есть освященная. Нет, святая вода. Вот. Вот, такое, короче. Я помню, другой воды, не сейчас такая вода. Прикидывается. А мне тоже. Я прохожу, что он мне тоже будет. А где ты говоришь, что зачем? Все святое. Смотри, не тут, тут стоит как место в куполу. А вода такая. Да. Ну, вопрос был таким образом поставлен, что я сознательно не понял, что можно. Ну, они все это захотели. Нет, а как же на фоне туалета стирают, моют. Ну, это нет воды. Тогда, если так вот разобраться, икона Богородицы, она везде святая, вот бумажечка лежит. Святая? Святая. Монетку ты взял. Сама поспросил, а не она говорит. Добрые дела делать, ты возвращаешься. Ты делаешь, ты возвращаешься. А наши, не наши. Это же образ. Не, ну это да, это все-таки не... Понимаешь, что? Ну все, не так сразу не делать. Это был шаг такой. Но она не холодная, кстати, могу сказать. Да, вот... Вот да. Тут лучше там в этом, в раковине, в этом, в туалете. Там о, вот, там холодно. Там ледяное. А, в этом. Еще как хочу, Вера. Еще хочу. А, самая ледяная это была в Декиаре вообще. Вот только вот в туалете. Там открываешь. Тут ты просто не... Бодрячком сразу такой. Тут ты просто не адаптировался. В Декиаре? Да. Давай. Я утром покой собирался и здорово слышал. На ходатке все так вот. А вот орден горел, горел и не горал. Ну это когда не обстрелили. А мне сказать не скажем. Вот как ты говоришь. Вот если ты будешь посылать лучше, то что он будет посылать? А ты дальше там будешь идти, ты такой не идти, говоришь. Из тебя даже, то ты говоришь. А если из тебя не хочешь идти, то ты да, а не они это все равно. Иди, все равно, ты сейчас не будешь идти, где-то. А так подумай, сказал, где ты будешь идти. Ну что, закрыть их. Разговаривай? А я думаю, по яблочке сижу. Пожалуйста, вот и деньги. Следующий? Ну давай. Следующий. Следующий уже придем. Глубина хорошая. Мы идем, снимай. Ну что, снимай.
Отсюда и потом на фон. Ну, отсюда начни, Петро. Сейчас. А фон? Водопад. Проходится.